Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Вторжение чужих». Так, мы играем с тобой за нечто. Нечто такое аморфное. Ну, пойдем. 22 хп у нас пока. О! А, вот как. Нормально. Так, поглощаем тогда их. Просто... А, подожди, что это у нас тут такое? Пока непонятно. Ребят, видите, 8 мяса, что ли? 8 кусков мяса нам нужно получить. Сейчас проверим. А это же, смотри, какой здоровый. Как, квест? А, и как? Ему нужно мясо? А ну-ка, а это что такое? А, смотри-ка. А ну-ка, пойдем сюда. Интересно, они на меня нападут, нет? Да какой там они на меня нападут? Мы их просто сейчас... Ах, хомячим. Смотри, как смачно. Ух. В плане, no place. Я почему-то больше не могу. Ну-ка, подожди. Хм. Больше не могу, у меня вот цель... А, мы, видимо, это мясо сдаем сюда. Вот. То есть мы, скорее всего, отдаем тела и получаем мясо. Наверное, вот так это работает. А сколько вообще мяса у меня? В данный момент 18 мяса. То есть сейчас я могу, в принципе, сдать чувачку. Да, вот этот чувак у меня просил 10 мяса. Квест. Ну, я ожидал ему. Я ему дал мясо взамен ничего. Ладно, давай тогда смотреть, что вообще тут еще можно сделать. Музыка прикольная, мне нравится музыка такая. А, нам нужен, ребята, 4-й уровень, чтобы продвинуться дальше. Хорошо. А уровень у нас растет за счет чего? За счет поглощения друзей-человечков вот этих вот. То есть, а почему я не могу строителей поглощать? Я слишком маленький, что ли, слабенький или что? А, вот у нас что-то появилось, ребята. Так, мы можем вместимость, я так понимаю, желудка, что ли? И скорость чужого. Скорость чужого, ну-ка проверим. Ну, скорость, да, скорость чувствуется. А ну-ка, хомячим. А вот этих можем мы теперь, нет? Вот, но они, смотрите, все равно какие-то... Очень долго, ребята, нам приходится его тормошить. Очень долго. В общем, теперь понятно. Мы с тобой получаем мясо, за мясо мы с тобой делаем апгрейды. А ну-ка. Скорость повышаем. Не убежишь. От чужих еще никто не убежал, да, ребят? Так вот просто стоишь. Хлоп и захомячил. Смотри, у нас там какая-то... Мы прицепились к его телу какой-то щупальце определенной. Он ничего не мог сделать. Понял? Так, ну, наверное, тут потом будут противники, которые будут, наверное, нас атаковать, мне кажется. Давай, да. Видишь, вон прицепились мы к нему. Он там пытался от нас убежать, ничего у него не получилось. Так, это скорость. Давай, наверное, подкопим с тобой побольше мяса. Мы посмотрим, что там еще будут за новые какие-то улучшения. Вот, смотри, видишь? Кстати, скоро мы получим уровень. Второй только лишь, второй уровень. Давай. Сейчас левелап будет. Вот оно что. Так, друзья, я хочу... Ну давай, давай, доедаем. Так, уже быстрее мы с тобой уничтожаем их, смотри. Так, а, вон написано, сколько он имеет мяса. Он имеет, ребят, 7 мяса. То есть эквивалент 7 мискам. 7 мискам. Этих тоже не можем нахлобучивать. Так, а я хочу глянуть, вот этот чувак у нас больше ничего не хочет? Ничего, он говорит, мне ничего, говорит, не надо. Ну, не надо и не надо. Так, у нас только второй уровень, давай-ка посмотрим. 6000 мяса. Блин,
пойдем. Ого! А это что такое? Обмен какую-то субстанцию на мясо? Ну-ка, что тут у нас? Ой, какие они... Какие они долгие на разбор. Квест. Кустов повар. Вообще не понимаю, о чем идет речь. А здесь... Интересно. В общем, не убежишь, гаденыш. Смотри, смотри, он убегает, пытается убежать, но я его все равно поймаю. Съел. Как соленый огурчик захрустел. Давай, 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 поглощаем. Опа. Так, а вот это что такое? Фарм. Ну давай вот это вот. Что это вот такое вот, ребята? Фарм. Сможешь его? Не? Да, интересно. Где-то вот этих осьминожек нужно еще взять. Пока даже не знаю, ребята. А сдавать мне что, обязательно сюда приходить, чтобы сдавать это все? Получается, 1000 нужно насобирать, чтобы получить следующий уровень. Дай хотя бы одного вот этого голодранца уничтожим. Посмотрим. Может, он слишком жирненький, слишком сочненький для нас. Никуда ты не уйдешь, гаденыш мелкий. Собирается он там что-то сделать. Он, да, он, конечно, мы его тут запаримся хомячить. Но я его захомячу. Во что бы то ни стало. Куда? Ты будешь моим. Че, следующий человечек через 3 часа? Они пытаются, ребят, убежать, но не тут-то было. Карго фул. Все, я понял. Понял, что это такое, ребят. Просто фига там чувак, смотри, с такой сумкой сзади. Хотелось бы мне его съесть на завтрак, нет, на обед, на ужин. Так, а вон, смотри, нифига там. А чтобы сюда... Ага. 4-й уровень, ребята. Нам нужен всего лишь 4-й уровень. Казалось бы, не так уж и дофига, но и в то же время. Блин, где вот этих осьминогов брать? Или мы что-то ему должны принести, и он нам даст яйцо осьминога. Вот как вариант. Такой может быть как вариант. Ну-ка. Смотри, как этих мы уже поглощаем. А здесь и здесь нужен 4-й уровень. И там, и здесь 4-й уровень нужен. Кстати, смотри, вот здесь почему-то, ребята, у нас идет... Карго... А, ну карго фул, понял я. Ну, по 2 мяса, ну это несерьезно. Ну, согласись. Давай, давай, давай. Вот 7-ка, да, я понимаю. Так... Вот это что такое, вот это вот? Ну, теперь-то мы с тобой можем поглощать намного-намного, ребята, больше. Вот оно что. То есть наш чужой прокачивается. Так. Слушай, ну тогда в первую очередь нужно действительно прокачивать нам пузо. Ну, пузо я имею в виду, что... Которое дает нам вместимость улучшенную. Тогда да. Вот. Видишь, уже 15-ик. Уже 15-ик мы можем с тобой поглощать. И музыка мне нравится. Такая веселая-печальная. Веселая для меня, печальная для этих работяг. Потому что это... Эта штука, ребят, шутить не любит. Она всех поглотит. Сразу вспоминается фильм «Нечто», помнишь? Или как он там, фильм-то назывался, где такая штука тоже лазила. Или «Бездна». Не... Что-то такое. О, мяско. Нам бы, знаешь, что еще прокачать бы? Нам прокачать бы не помешало бы, помимо пуза, еще переработку, чтобы мы с тобой быстрее могли их, ну, как бы сказать, уничтожать. О, смотри какой-то. Смотри какой. А что он такой крутой, мы его даже ничего не можем ему сделать. Эй,
Ты посмотри. Вот делаш, а? Он себя чувствует бессмертным просто, ребят. Ходит, ему пофиг. Так. Ну, подожди. Так, что у нас тут еще есть? Скорость. Скорость повышается, да? Такая, вот такая музыка, и там такое ощущение, что что-то как шуршит. Слышишь там? Или как будто кто-то говорит. Как бы за кадром. Слышишь? Сейчас скажу, Трей, ты вообще что ли параноиком стал уже? Ну, тебя разговаривает, там хруст только, и все. Блин, а почему я не могу этого хламона-то сожрать? Вот этого желтого-то. В чем проблема-то? Друзья, я не понимаю. Никаких проблем не должно быть. Тюнь-тюнь. Музыка, да. Однотипная, но в то же время прикольная. Так. У нас радиус еще. Ну-ка, давай-ка. 80 мяса нужно. Попробуем. Да, уровень, конечно, у нас очень тяжко идет на добычу. Так, это получается в данный момент 22 мяса, да? 29. А нам нужно 80. Ну, в первую очередь, мне кажется, да, надо увеличивать наше пузо. В пузе сила. Понимаешь, да, о чем я? Чем больше живот, тем лучше вместимость. Вот, сдаем. Так, 90, ага, есть. Вот что это такое? А, это радиус. Но есть, есть, ребята, в этом смысл. Теперь надо скорость все-таки прокачивать. Скорость именно поглощения. Как-то медленно, медленно, медленно. Мне хочется быстрее, быстрее, еще быстрее. Надо эволюционировать нашего чужого. Чтобы он их просто поглощал за 3 секунды. Чтобы они даже пикнуть тут не успевали. Так, это всего лишь 58 мяса. 58. Блин, да что ж такое-то? Что этот желтый себя возомнил, а? Ребят. Ну вот объясни мне. Ну он совсем припух. Припух в корень, я бы сказал, даже бы. Куда? Убежать захотел. Да от папы еще никто не убежал. Даже не надейся на это. А этот квест горит... Карт-ключ нужна. Где эти возьмем? А вот это, кстати, мы с тобой так и не поняли. Что? Надо 100 мяса поменять. Ну, подожди. 100 мяса или эту штуку я обменю на 100 мяса? Не совсем понял. Сейчас проверим. Так. Ну, 12 это вообще ни о чем. Это меня не устраивает такой расклад. Так, давай, поглощай. А там что, видел, кто там летает с ракетой? О. Фига там будут новые мобы. Которых нам надо будет всех, ребята, всех сожрать и... Как говорится, в мясо их. Так, подожди, я сейчас сюда не буду пока сдавать. Я хочу просто глянуть. Слушай, а у этого точно нет больше заданий никакого? Не-а. Пошли, пошли. Нет, ребят, это все-таки нужно получать вот эту вот синюю, и она будет перерабатываться. И она будет перерабатываться в мясо. Что-то максимальное здоровье. А зачем? Интересно. Максимальное здоровье, друзья мои. Наше максимальное здоровье. Ключ-карта тоже вот непонятная. Может быть, вот этого надо захомячить? Может, у него ключ? А, вон он, ребята. Вот если мы его захомячим, мы получим с тобой 100 мяса. Вон, видишь, он несет с тобой. Что? Яйцо какое-то.
инкубаторская. Естественно, он пытается от меня убежать. Естественно. Но не тут-то было. А это, ребята, ферма, которая вырабатывает мясо. Вот это вот со знаком вопроса, с восклицательным знаком. Они для чего-то нам нужны же. Не просто же так. Как будто они какие-то, как по заданию, что ли, идут. Или для чего. О! Чувак вылетел. Ага. Смотри, смотри. Парень, ты на суше, куда ты поплыл? Дурачок ты этакий. Плывет он там мне. Плавун, а. А, так... Не, ну так нечестно, друзья. Он, оказывается, может пролетать сквозь стены. Это не серьезно. А смотри-ка, тут всего... А, смотри, он... А, он 5 кристаллов с собой имеет. А зачем нам кристаллы? Что мы можем сделать за кристаллы? Пока непонятно. И куда и делось яйцо? Подожди, я же того чувака захомячил, который ходил с рюкзаком. Куда яйцо-то делось? Вот здесь желтый чувак бегал, блин. С рюкзаком. Я его слопал. Мне должны были дать яйцо. Яйца я не вижу, блин. Несправедливо. Не могу я понять только одного. Если они с восклицательным знаком, значит, это какие-то нужные персонажики. Для чего только нужны, я не понимаю пока. Так, все, здесь я захомячил. 121, ребята, мясо. 121 мясо. Жить. Итого у нас 307. А что это такое? Ой. Фиге тут. В игре даже FPS есть, прикинь. Показывается он там наверху, ребят. Что у нас по настройкам? Ага, просто выключать музыку. Ага, вот он, ребята. Вот он, голодранец, я его вижу. Вот, все, я его взял на крючок, ребят. По идее, он должен давать за вот, вот это. Посмотри, яйцо появилось опять. Сейчас посмотрим, дадут мне второе яйцо. Он хочет от меня убежать. Ну, тихо. Вот, яйцо есть. Сейчас оно должно, ребята, по идее, нам дать 100 еды. Да, дали. Опа. И чё? О! Блин, он улетит. Он сквозь стены проходит же, да? Ну это какой-то, я не знаю, это какой-то читер. Фига мы тут, смотри. Поглощение плоти. Так, я про пузо забыл. Я забыл, ребят, про пузо, что пузо нужно прокачивать. Сколько вместимость? 26. О! Опять этот летающий тут появился. Да. Это только лишь 376. 376 это 90 в данный момент у нас еды. Почему желтого-то я не могу ушатать? Вот я не понимаю этого. Какой-то суперский чувак. Такой деловой, не боится ничего. Ну, мне кажется, я на него управу найду. Рано или поздно. Он никуда... О! О, 28 за него дают, ребят. Все-таки я его выловил. 76. 76 плюс 126, 200. Так, 200. Скорость... О, радиус. Где мой радиус? Я не вижу радиус, ребята, свой. На поглощение. Где мой радиус? Ну, смотри, тут по 23.
И он тот с яйцом идет, ребят, надо будет его тоже. О, мы можем уже двоих. О, вот это прикольно. Есть. Но не хватает скорости, чтобы их двоих сразу захомячить. Давай. Он не убежит от нас. Опа. Вот это мне все-таки непонятно. А мне непонятно здесь два варианта. Во-первых, где мне найти... По 12 всего лишь. Где мне найти осьминожку, которую требуют? Неужели это для этого нужно уровень целый, ну, новый получать? И непонятно, сколько мне дают опыта за каждого человечка. Тут мне дают только мясо. Что там было? Что? Мне показалось ли, какая-то карточка была? Мы нашли карточку, ребята. У него, у кого-то из этих была карточка, и я получил ее. Ну-ка. Оу. И? Смотри, эти совсем приборзели. Уже летают тут как тут. Как будто им закон не писан. Не успею я его, да? Ну как такое может быть? Нифига он там улетает, блин, совсем опупел. Дай мне мясо. Так, что мне нужно сделать дальше? Эта штука, кстати, исчезла. Эта штука исчезла, и что? Потом я, наверное, буду такой прокачан, просто идти так всех одного за другим. Просто в расхомячку, ребята. Вот с этим, конечно, еще как-то долговато. Долговатенько идет. Да и мясо от них всего лишь 7. Как-то не особо мощно. Если уже поглощать, ребята, так поглощать нам надо. Так, сейчас пузо набью. Точнее, прокачаю. Все. 149 нужно. 149. Вот этих уже быстро мы с тобой поглощаем. Ну, у них там всего 2 мяса от них идет. Не успели. А у этих 7 идет. Нет, надо тех, у которых 23 идет мясо. Вот там, да. Вот у этих даже, по-моему, идет прилично. А, тут по 4. Вот, вот за этого 28 дают. 28 это хорошо. Так, того 82, да, получается у нас мясо. Так, 98 плюс, это получается там 300 с копейками, да? Почему 292-то? Как тебе паршивец бы поймать бы, а? Слушай, у меня, кстати, 2 этих яйца. Пойдем-ка мы обменяем уже, в конце концов, на соточку. То есть это еще 200 сверху, да? 505. А ну-ка. 520 сделаем. А, 520 это максимальное количество хп. Нафиг оно нам нужно? Нам надо что-нибудь другое. Что нам можно здесь прокачать? Тут 1000. А, групповая атака. Вот так вот я прокачался. Да я бы не сказал, что прям тут такой офигенный радиус. Ну давай ты, господи. Приходится бегать с каким-то... За 23 кусочками мяса приходится бегать, как я не знаю кому. Ну давай ты уже. Да я тебя не отпущу никуда. Что ты думаешь, что ты уйдешь, что ли, от меня? Нет, конечно.
все, поглощен. А почему не дали яйцо, ребят? Вопрос на засыпку. Почему не дали яйцо? Я уже его поглотил. Непонятно. Непонятно. То есть получается, что, ребят, пока мы с вами не получим 4 уровень, нам здесь ничего не светит. А 4 уровень мы получим когда с тобой? Я фиг знает, если у нас только 631, ну, опыт. Так. Ну да, тут надо все-таки, в первую очередь, мне кажется, нужно прокачивать пузо. Потому что чем больше у нас будет живот, тем больше мы с тобой сможем поглотить. А чем больше мы с тобой сможем поглотить, тем больше мы сможем получить мясо. Ну а там же чем больше мяса, тем больше быстрее идет прокачка. Логично? Логичнее некуда просто. Так, вот этих вот сколько за них? Вот тут вот за этих дают 12. Но самые, по-моему, это дорогущие, за которые дают 22. Давай. Хоп. Хоп. А вот за этих сколько дают? Четвертый. А, вот, ребята, мы получаем третий уровень. Все-таки будет здесь новая комнатка. Я просто думал, что нету, есть. А этот осьминоги копит. И там осьминогов ему еще нужно очень много. Так, смогу я пузо прокачать? Наверное, надо еще скорость прокачать. Вот за этих дают больше всего. 23. Ну и, блин. Видишь, долго с ними тут приходится. То есть, пока я получу 23 мяса, я бы уже мог быть те же самые, которые дают нам по 12, штуки 3 сожрать. То есть, как бы, ну, невыгодно, одним словом. Даже этих быстрее и то поглощать будем. Ну, видишь? А если еще и преследовать. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас. Все, я понял, что он делает с этой клешней, ребят. Он их не отпускает. Он как бы притягивает, он пытается убежать, но не получается. Хотя некоторые вырываются все-таки. Из наших, как говорится, цепких лап. Ну, третий уровень уже, ребят, не за горами. Думаю, мы на него накопим. Ну, а там, наверное, закончим серию. Ну, зайдем еще, посмотрим, что там нас поджидает впереди. И закончим серию. Так, окей. Ну, а здоровье, если здесь дано, значит, все-таки, наверное, будут нас тут рано или поздно атаковать. То есть будут за нами охотиться, наверное, кто-то. Потому что, ну, зачем нам тут ХП тогда? Блин, всего лишь 86 мяса. Соточка. Так, а яйцо, ребята, яйцо опять почему-то появилось. Я не понимаю, почему оно исчезает. А потом... О, иди сюда. Есть, я его поймал. Он в моем, ребят, радиусе. Пытается убежать, но не тут-то было. Папара его не отпустит. На летунов, ребята, пока внимания обращать не буду, потому что, ну, их бесполезно ловить. Опа. Опять же странно, почему-то не дали яйцо. Так, меняем. Оп, на соточку. Такс, живот. Или все-таки вот это вот прокачивать. А это что дает нам? Непонятно, что оно нам дает. Не успел, ребята. Думал, сейчас рекламку глянем. 3 яйца на халяву получим. Не получил ни шиша. Никаких яиц на халяву не дали.
Что, интересно, отвечает за скорость поглощения? Какой атрибут? Чтобы быстрее их уничтожать. Вот что мне непонятно. Да давай ты его съешь-то, господи. За этих мы получаем 12. То есть если двоих вот так вот в одной этой хапаешь, то в принципе нормально. Разница только в том, что они в разные стороны, ребята, убегают. Ну да, кстати, вот этих вот выгоднее, по-моему, хомячить-то. Намного выгоднее. По 12-то с каждого. Шикарно. Что это? Это движение, ребята, это движение. А вот, это групповая атака. Может быть, вот это? Все, я понял. Следующее, что там было, это атаковать. Вот сейчас, в данный момент, мы двоих с тобой можем атаковать, а там сможем атаковать троих. То есть три цели. Я просто хочу как можно быстрее накопить 1000 и глянуть, что у нас там будет за следующей дверью. Напоминает мне чем-то войну стикманов. Только там ты солдатиком хочешь, а тут ты хочешь чужим. И немножко разные эти. Как бы смысл один и тот же, прокачаться это, но... Мы еще можем как-то потом, скорее всего, эволюционировать, ребят. Потому что ДНК здесь не просто так данные вот эти вот. Что-то они будут делать. Прикинь, я всех этих сожрал здесь. Вот эти белозады, которые здесь бегали, их всех слопал. А ну-ка иди сюда. Понятно. Следующий человечек через 2.34. Это вот эти вот огненные, которые, да? Бегали. Так, ну что, еще, ребята, сколько там? Еще соточка. Еще соточка нам нужна. И все. И левел ап. И новая комната. Так. Одно за другим поглощаем, это классно. Так, 923. Просто как закусочку к пиву. Хрум-хрум-хрум-хрум. Так, захомячили. Ну не убегайся, не бойся. Двоих сразу же. Видишь, плохо, когда они в разные стороны бегут. Когда они бегут в одну сторону, это круто. Но когда в разные, это не очень хорошо. Вот эти вот прижали, прям синхронно бегут. Так, сейчас мы... Ля, как мы его... Давай. Опа. И вот этого еще. Друзья мои, двери прямо автоматически. О, как. Пошел я, друзья мои, смотреть, зыркать. Что тут у нас такого? Какая-то новая там штука. Что это такое вообще? Черный марк. Ого. Атака. Так, смотри-ка, тут еще один чувак стоит. Принеси ему какого-то чувачка. Вот этого, что ли, ему надо поймать? Я постараюсь, конечно, его выловить. У меня получилось, ребята. А ну-ка. Ну вот что вот он, вот он получает это. А мне-то, ого, 70, 74.
Так, а вот это что такое? Нет, ну тут мы уже быстрее, конечно, ловим. Вот это что такое? 400. Скорость атаки, что ли, повышается? Смотри, какой чувак. 214. Но тут я буду их до посинения, ребята, бомбашить. А эти, смотри, смотри. Они убегают. Причем такие шустрые. Ох, нифига вас тут сколько. Хм, а я их не могу, ребят, поглощать. А это быструн... Нет? Сколько? По 96. Ну, я тут, блин... До удри их буду, ребят, тут... кромсать. Скорость чужого... Блин, не пойму я. А, он замедляет. Он замедляет этих. Вот оно что за щупальце. Замедление делает. Понятно. Ну, тут, конечно, ребята, очень долго идет процесс. Смотрим. Да, дали мне, ребята, 6 мяса. Ой, 6 яиц вот этих вот. То есть это потенциально 600 мяса. Трындец, это очень долго с ними, конечно, тут, ребята, возюкаться. Очень долго. Сейчас я этого поглощу. Да куда ты? Опа. Так, черный маркет. Что тут такое? Тут, кстати, тоже можно, ребят, прокачать. Экстра атака. А, это мы прокачиваем... Стой. Хм. И потом за 50 тысяч он получает звезду. Я правильно все понял? А здесь, что тут у нас? Тоже непонятные какие-то штуки. 3750, 1000. То есть штуки прикольные, но опять же нужно прокачивать. Так, ну что, друзья мои. Ох, ё-моё. Хочу вдохновение на Новый год. Либендорф, то, что надо. Секрет вдохновения я нашла в сырном регионе, где сыр просто возведен в культ. Есть традиция. Сыр режет хранители рецептов, проверяя качество. Либендорф. Вкус, который вдохновляет. Вдохновилась, так вдохновилась. Какой мутной рекламы только не увидишь. Ёпарсеты, а. Смотри. Этих-то мелких понятно, мы с тобой как орешки уже щелкаем. И, кстати, давай-ка мы пойдем. У нас уже 1000 есть мяса. 1000 мяса есть. Мы можем с тобой прокачать вот тут вот. Нет, не здесь. Вот здесь. Так-с. Ну вот это что такое интересное? О! А чё он делает? Куда побежал-то, эй? Куда он убежал-то? Странный. Чувак просто взял и убежал от меня. Так, нет, смотри-ка, вот он бегает. А что он делает-то хоть? Ты хоть что-нибудь будешь делать, эй, сынок? Странный какой-то.
Может, ему надо обучать? Непонятный. Непонятный тип. Ну, ДНК-то мы взяли, а толку-то? И вот с этими осьминожками тоже непонятно, что ни для чего. Потому что подписка там, это все понятно. Он что-то мне приносит, ребят. Какие-то ящички. Я пока не понял, что это такое, но какие-то ящики он мне приносит. Пузо. Видишь, он какие-то ящики мне дает. Где-то набегается на стороне, а потом приносит мне ящики. Где он эти ящики там тырит? Так. Нормально. Блин, злип что-то, ребят. Хотел же это закончить уже. И залип. Так, опять ты? На этот раз ты не убежишь, хмырь. Опа, поймал. И ты тоже не убежишь. Даже не думай об этом. Е. Такс. Что же он там мне за ящик-то все приносит, а? Может быть, стоит еще сбегать туда и посмотреть, что там есть полезного для меня. Там еще прокачка есть, ребят. А, смотри, раз, два. Мы уже ему два осьминога. Три, четыре, пять. Тут ему еще немножко остается. Так, я обмен сделаю. Вот, и пойду гляну, что там у нас еще есть за прокачка. Так, смотрим. Атака чужого. Вот это что такое? Ой, еще один, что ли, выпался? Или это старый? Не понял я. Ну, это что-то уж больно... Куда? Какого лешего, ребята? Вон? Что за звуки? Что за звук? Блин, юлит, а? Захомячил его. Черный рынок. С этим рынком тоже черным не совсем все понятно. Так, давай. Так, получается, у нас двое все-таки. Только почему-то этот вон какой, а этот вон какой. Видишь, этот с брюшком, а тот без брюшка просто. Семьдесят четыре, 86. Сотка. Инфосотка, отлично. Так, тихо, ты куда? Тебя поймаю. Так, 260 плюс 120. Блин, я залипнул так. Ладно, друзья мои, давайте мы с вами на сегодня закончим. Что-то она вообще меня не отпускает, эта игра, блин. Будем на сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.